Всем привет! Сейчас на заправке. Покажу, как процесс заправки проходит. Так, это мы все вскрыли. Значит, вставляем вот сюда вот карту. Чик. Достаньте, говорит, карту. Достали. А. Зип-код видел. Car wash today. Нет, машину мыть не надо. Так. Вставляем. Двигатель. Сюда жмем 98 бензин. И идет заправка. Вот сверху это сколько денег, снизу это галлоны. Ну и по телеку какая-то фигня еще показывается, типа новостей что ли. Вот сколько вам надо, столько и заправляете. У вас на карте есть деньги, и система сама знает, сколько там денег у вас останется, она вас вырубит, если деньги закончатся. Ну вот сколько нам нужно залить, столько и заливаем. Сейчас мы зальем, ну, где-то долларов на 20, я думаю. Ну и все, вот, собственно, вот так вот все легко и делается. Отличная заправка, погоду показывает, там магаз. Ну, все просто. Ну все, пока-пока.